Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас обзор на такую добавку, как Требустерон 2000 от компании Biotech. Компания Biotech — это американский бренд с собственными производствами в Венгрии для европейского рынка и нашего. Значит, у нас идет, получается, 60 здесь таблеточек, 2000 мг в одной таблетке. Самая большая концентрация Трибулуса Трестеса. Выпускается он в таблетированной форме, это более дешевая форма выпуска. Если сравнивать ее с капсульной, конечно, в капсульной максимальная капсула — это будет 750 мг. По концентрации Трибулуса Трестеса, тут 2000 мг. Если мы сделаем большую капсулу, то получается капсулу очень будет сложно глотать, они прилипают к горлу. В таблетированной форме он лучше принимается вовнутрь. Да, таблетка большая, но ее можно проглотить. Она не прилипает к горлу, я думаю, поэтому и выпускают именно в таблетированной форме. Таблетированная форма намного дешевле в производстве. Компания Biotech выпускала раньше Трибулус Максимус, это первоначальное их производство. Потом они выпустили более большую концентрацию, из-за популярности более большую концентрацию Трибулус 2000. Здесь 1500 мг, здесь 2000 мг. Принимают в зависимости от массы тела. Если у вас, вы до 100 кг, вам одна таблетка в день. Если вы больше 100 кг, то у вас две таблетки в день, по одной-два раза в день перед едой. Запивать водой, соком. Если у вас появляются вопросы, пишите нам под видео. В описании будет ссылка с фотографиями и полным описанием, как принимать. Спасибо, вы были на канале Мегасила. С вами был Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.